Ну що ж, час гостя настав у нашому новому дні. Михайло Шелест вже знайшов час, завітав до нас, отож давайте з ним поспілкуємося. Михайло Шелест, доброго ранку. Доброго президент ранку. Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон» у нас. Наш постійний гість, наш такий, скажімо, друг, який навчає нас і самообороні, особливо жінок, як захищатися в наш час на вулицях, для того, щоб нас там не пограбували або ще щось поганого не зробили. Але сьогодні у нас тема не така, тому що все ж таки літо на дворі, воно триває. Будемо говорити про активний відпочинок влітку, про тренування влітку, чи варто тренуватися. І от взагалі ми звикли відпустка. Лежимо на пляжі, да, засмагаємо, але ж можна ще якось активно відпочивати. Да? Про це будемо сьогодні говорити. Отож, вам слово, Михайло. Давайте спочатку про тренування влітку. Чи варто робити перерву, чи продовжувати, будь ласка. Здравствуйте, уважаемая ведущая, здравствуйте, телезрители, привет, студия. По поводу тренировок. Вы знаете, если человек занимается профессионально, то у него какой-то свой особый график, режим и так далее. А вот если говорить о людях, которые занимаются, скажем, три раза в неделю, с точки зрения поддержки здоровья, то я бы даже рекомендовал один месяц в году, если они занимаются, допустим, 11 месяцев, делать отдых. Именно отдых от тренировок. А по поводу, же форму тримати, можна ще і втратити? По поводу, ви знаєте, це большое, скажімо так, заблуждення у как бы, людей, які не професіонали, що вони втрачають форму за місяць. По суті, вони не втрачають нічого, ну, зовсім нічого. Якщо вони займалися 11 місяців регулярно, то місяць відпочинку, він дає положительний ефект. Чому? Всякие микротравмы, микроразрывы, усталость организма, оно восстанавливается. То есть вы приходите, понимаете, когда есть такое ощущение, когда, ой, боже, я не хочу идти в зал, я прямо так устал, что прямо вообще не хочу. Это плохо, это называется перетренированность. То есть лучше сделать отдых. Вот я по себе сейчас скажу. Я занимаюсь 11 месяцев в году, один месяц делаю максимальный отдых в чем? Все, что угодно, только не зал. То есть футбол, вот, в частности, активный отдых. На улице, да. Как бы плавно перешли. То есть активный отдых, это не говорит о том, что, ну, я не знаю. Все-таки давайте про активный відпочинок пізніше, трішечки про тренування. Вы кажете, что робите собі перерву на місяць. У вас вже була така перерва? У меня в этом году, вот она как раз идет. Оце зараз триває. Да, август, да. Все ж таки, для тих, хто тренується, яке має бути дозування? Тому що жарко, температура теж впливає, як оце не нашкодити собі, як не перевтомитися? От ідеальний варіант, либо очень рано, либо поздно вечером. Конечно, днем, когда температура... Единственный момент, опять же, что мы хотим от себя получить. Днем заниматься можно, даже в обед. Если вы хотите повысить свою выносливость, но... Тут большое-большое но, если у вас нет проблемы с сердцем, потому что действительно давление скачет, и жара сильная, как бы плюс в том, что вы выносливость вырабатываете в себе. Летом это идеальный вариант. Но с другой стороны, если у вас проблемы с этим, то вы можете как бы плохо закончить. Поэтому лучше, да, лучше непосредственно летом, если заниматься, то в частности поддержка формы, либо же там, где кондиционер. Но опять же, кондиционеры не спасают. Но кондиционеры, они в зале находятся. Если в зале, опять же, это кондиционеры. Кондиционеры и тренировка, это тоже плохо, потому что вы мокрый постоянно, и кондиционер, это контраст, и вы можете можно просто посмотреть, да, там, я не знаю, воспаление легких вплоть до этого. То есть это тема тренировок летом. Это максимально щадящий режим. Но я говорю, это о людях, которые не профессионалы. Профессионалы, так, они... Так, про непрофессионалы. Да, и профессионалы, у них свой режим, график, они там что-то сам себе знают. Люди обычные, вплоть до того, чтобы перейти на два раза в неделю. Например, три раза в неделю, понедельник, среда, пятница, вы тренируетесь, перейти на два, а может даже на один. То есть вы приходите в зал, как бы чисто символически позанимались для поддержки формы, для галочки, скажем так. Но если при условии, опять же, вы тренируетесь с сентября по май, без проблем, пожалуйста, летом какой-то частичный отдых от тренировок и, конечно же, нагрузок в обед, в такой в пик, ну, запрещено. Важно, у першій, да, у другій годині дихати не можеш, не те, щоб тренуватися. Конечно, конечно, это А ви продовжите тренувати зараз своїх дітей, чи вони на канікулах? Я знаю, що у вас достатньо велика група, яку ви тренуєте. От як у мене група, то же саме, тренировки йдуть з сентября по май, тобто, скажімо так, учебний сезон, год. Летом дается домашнее задание, но оно, знаете, как дети, я-то понимаю точно, я тоже был ребенком, оно не обязательно к исполнению, то есть дал задание там за лето научиться или там довести там количество отжиманий там до 50 раз, сами понимаете, это дети, то есть они, задача детей летом максимально отдохнуть, максимально, только это не обязательно лежать.
Это не отдых. Отдых – это как бы двигаться, но, с другой стороны, делать то, что вот желает душа, от души. Угу. Это вот так. Такая вот, да. Так, ось ми перейшли до активного відпочинку. Я знаю, що ваша душа нещодавно бажала проїхати велосипедом влітку від Запоріжжя до Миколаєва. Це і є той самий активний відпочинок. Дайте поради, як активно відпочивати. Тому що не всі можуть лежати і споглядати на сонце, правильно? Я даже більше скажу. От не повірите, буквально два дні назад моя знакома була в отдыхе или в отпуску, или как это называется, на море. Проходил мимо, она читает журнал, не поверите, она только приехала с отпуска. И читает, как отдохнуть после отпуска. Вот вы знаете, это сугубо, да, сугубо наш менталитет. То есть мы не можем отдыхать, именно отдыхать. У нас получается отдых связан обязательно с бухлом, извините, с пьянкой. Ой, ну, да, в эфире, да, так сказал. С вживанием алкогольных напоев. Конечно, да, прошу выбачения. Смысл какой? Мы приезжаем на отдых и давай, как говорится, загонять по полной. И после отдыха, понятно, мы приезжаем, мы никакие. У нас такая голова, мы и мам на работу идти. Ну, потому что это психология. Мы если бы заспокоим то, что мы рік працювали и маємо право якось расслабиться. Вы знаете, отдых, правильно, правильно. Замечание вроде как правильно, но смысл отдыха ж не в том, чтобы после отдыха отдыхать. Смысл отдыха в том, чтобы как бы переформатироваться, чтобы вы отдохнули. Отдых – это смена обстановки, смена вообще психоэмоциональной нагрузки, полная смена. Например, я занимаюсь все время в спортзалах, там, кач, йога, там, боевые искусства, поехал на велосипеде. Это как бы совсем не похоже на то, что у меня есть. Тем самым, да, педали крутить все равно надо, да, мы проехали там 600 с лишним километров, да, но это совсем другой отдых, это я посмотрел природу, я покупался в Днепре, я там кушал кукурузу свежую, вот сорвали с поля, то есть вот такого плана. Дивіться, для тих, хто вперше хоче такий відпочинок собі на велосипедах, це важко, так? Це теж треба бути загартованим, підготовленим фізично. Готовность больше психологическая. Дайте поради. Больше психологическая. Никакой там физической особой нагрузки, не смотрите на меня, что я там профессионал, я ездил на велосипеде. Угу. Нет, у меня велосипед хобби, то есть я не велогон. Это больше психология. То есть, велосипед, спать в палатке, боже мой. Ну, вас никто не укусит, в палатке, я не знаю. То есть, обычная палатка, обычные люди, вы едете. Опять же, вы же можете не останавливаться где-то в людном месте, вы можете остановиться где-то на пустыре, имеется в виду как. Днепр же длинный, большой, там можно выбрать места, вообще дикие, да, прямо суперские места. Не надо никуда ехать, какую-то за границу, там великолепные места, пляжи просто великолепные. Они не оборудованы, да, но обычный дикий пляж, то есть, песчаная полоса, Днепр, красота, в общем, одним словом. Вот и отдыхайте, пожалуйста. А крутить педали, вы ж не на гонке. Вы можете крутить медленно, спокойно, наслаждаясь поездкой, природой. Конечно, не крутите днем, имеется в виду в пик. То есть, допустим, в 7 утра выехали с лагеря, до 12 покрутили педали, потом где-то нашли место, стали по Тиньком возле Днепра или там возле речки, покупались, там наслаждаете жизнью. 4 часа там или 5 собрались, поехали на ночлег. То есть, как бы ничего сложного, по сути. Який ще, окрім вело таких подорожей, може бути активний відпочинок? От, наприклад, для тих, хто на море поїхав або не поїхав. Як? Ви знаєте, от насчет моря. Я їздив, коли ще Крим можна було спокійно їздити. Поехал в Крым, там море, понятно, горы. Вы пройдите по горам, походите. Это активный отдых. Но обязательно, опять же, у нас же проблема в чем? У нас активный отдых все почему-то ассоциируют, знаете, с нагрузкой профессионалов. То есть я там чего-то должен. Да нет, просто пройдитесь. Я к тому, чтобы, опять же, вы можете и полежать какой-то день на пляже, совсем развалиться и так далее. Единственная разница, чтобы отдых не ассоциировался с алкоголем. У нас же такой ярый, да, противник. У нас вот в этом проблема. То есть у нас обязательно пришел и надо обязательно чего-то там накидаться. Ну зачем? Вот поэтому у нас проблема, что мы не можем отдыхать. Мы после отдыха какие-то убитые опять. Да-да. Отдых, смена психологии, смена места, смена. У нас опять, вот я тоже еще хочу маленькое уточнение. Вы в квартире живете, поехали на отдых, поехали опять в квартиру. Так, ну вот, вот да, зачем? Попробуйте палатку. Очень многие говорят, вот палатка, мол, там нету удобств. Ну, простите, ребята, какие удобства? Вот Днепр, река, я в данном случае за велопоход говорю, за свой. Вот вам все удобства. Вот вам палатка, вот вам как бы и руки помыть, и умыться, и еду сварить, по сути дела. У нас же как? Мы просто думаем, что вот Днепр, грязная река и так далее. Это психология. Там, ну, как бы не в чем было мыть, грубо говоря, тут огурец. Ну, взял и ешь. Ну, смотрите, живой, красивый, никаких проблем. Это психология, поверьте мне. Мы же как бы люди из природы вышедшие. И сели в города. На самом деле, если мы возвращаемся в природу, поверьте, она нам встречает с объятиями. Заходите, ребята, берите, наслаждайтесь жизнью. Вот сколько нас 4 человека было в походе, ни у кого проблемы со здоровьем вообще не возникли. Никаких. Вот вообще никаких.
пили, что было, а там было, понимаете, пили, да. Что пили? Пили, знаете, там вышел родник течет. Да. Мы не знаем, мы же его анализ не проводим. Но если, я просто знаю по себе, как человек, который любит природу и с ней старается максимально контачить, если вода течет из горы, она уже чистая, она лучше любого фильтра. То есть можно пить спокойно, без всяких там... Ну, Днепр, опять же, это пресная вода, да, она на вид грязная, ну, как и, допустим, вот в нашей речке нашли там палочку или что. Ну, пойдите на пляж, все купаются. Ну, це таке питання, да, знаєте, яке треба з лікарем обговорювати, да, конечно, з цього приводу. Конечно, з другої сторони, ви ж тим самим, как бы, закаляєте імунітет, но, опять же, это імунітет психології. Угу. То есть здесь не обязательно, я не призываю, що сидите в мусорнике і що-то їжте там. Ну, дивіться, добре, якщо поїхати на море, ми розібрались відпочинок. Хто не має такої змоги? Хто в місті залишається? Як він має відпочивати? У нас тот же самый активный отдых. Футбол, волейбол, футбол, пляжный волейбол, не знаю, какие-то... Смотрите, у нас очень близко Мигея, допустим, там 100 километров сел. Это можно буквально в субботу утром поехать, в воскресенье вечером приехать, угу, и там, допустим, в палатке заночевать. Я вот слышал, в Вознесенске, или рядом с Вознесенском есть какой-то каньон, я вот планирую тоже на велике туда поехать. Я не знаю, видел только фотографии. Смысл какой? Получается, что можно туда поехать, то есть там отдохнуть. Опять же, Вознесенск, это там 60 километров рядом, то есть ничего, угу, такого. То есть плюс-минус, пожалуйста, отдыхайте. Доволі цікаво. Давайте підрозумуємо нашу розмову. Ключове, думаю, глядачі зрозуміли, не вживати алкогольних напоїв. Это категорически много не вживать. То есть, ну там, захотели пива, ну, ради бога, выпейте бутылочку, не проблема. Как бы, ну, хорошо, я человек понимаю. Но это ж у нас же все переходит, знаете, начнем с бутылочки и свята, закончилось. И все. Конечно, да, конечно, конечно. То есть это вот дальше активный отдых обязательно. Не можно полежать на пляже один день, там, позагорать, я не знаю, ну, как говорится, насладиться бездельем. А с другой стороны, опять же, если люди играют, вот вы пришли на пляж, лежите, играют люди в волейбол, ну, присоединились к ним, попинали тот мячик. Никто вам не укусит за бок, что вы там умеете играть, не умеете, опять же, где еще попробовать? Якщо не на пляж, правильно. То есть вот такого плана. Я зрозуміла. Дякую вам, Михайло, такий активний, здоровий. Беріть приклад і все у вас буде гаразд. Михайло Шелест, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон», був у нас. Дякую, що знайшов час. Гарного вам дня, дякую, гарного вам. Вам активного відпочинку. Чекаємо ваших емоцій від подорожі до Вознесенського.